Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів про те, чому луснув російський бліцкриг. А ми могли не починати 24 февраля після того, що ми бачили, відбувається? Рашистське керівництво планувало захоплення Києва за 3-5 днів. Це була операція подібна до тих, які у свій час Союз проводив в Угорщині в 56-му році, в Чехословаччині в 68-му та в Афганістані у 79-му році. План передбачав висадку десантників на аеродромах у Гостомелі та Василькові, придушення ракетними та авіаційними ударами української ППО, пунктів командування Збройних сил України та Нацгвардії, а після дезорганізації управління планувався арешт або знищення українського уряду і встановлення нового, маріонеткового. Після провалу цього плану, завдяки рішучим діям Збройних сил України, окупанти спробували оточити Київ та блокадою змусити здатись. Однак і це було зірвано. Найбільш критичною частиною битви за Київ була битва за Мощун, де було ліквідовано спробу Збройних сил РФ переправитись через річку Ірпінь та увійти на північні околиці столиці. Також надзвичайно важливе значення мала битва за Макарів, де рашистські війська зазнали величезних втрат і не змогли просунутись далі на південь. В результаті ці перемоги Збройних сил України змусили окупантів тікати з півночі України. Ну, через документы точно ничего не будет. Дело в том, что планы разрабатываются несколько месяцев, утверждаются, прорабатываются несколько маршрутов, исходя из тех сил и средств, которые будут приданы для выполнения задач, подразумевается и разрабатывается и запасные маршруты, в том числе задачи промежуточные, стартовые, промежуточные, конечные, то есть тактические, оперативные, стратегические. То есть это целый процесс, который, ну, уж точно не одна информация, которая заходит, даже если она там совсекретная, она их абсолютно не, даже не сдвинет. Я, честно сказать, не совсем верю той информации, которая сейчас зашла, что мы что-то можем сдвинуть. Нет такого механизма. То есть все планы прорабатываются. Секретность проработки планов, она полная, и именно выброса информации из-под самих планов точно не было. Количество сил, средств, которые нам передаются, все идет по плану, ничего не срывается, поток идет. Есть один положительный момент, вот последние несколько дней, буквально пара дней, когда нам начинают уже не то что передавать, но по крайней мере показывать, что могут передать и самолеты ближе к лету. То есть это уже хороший момент, это будет хорошая добавка к нашим наступательным действиям, которые будут развернуты и выполняться. Вплоть до того, что вот сегодня Шмыгаль, по-моему, заявил, что мы можем перенести и на лето наше наступление. То есть если будут передавать самолеты в достаточном количестве. То есть 1-2 они, конечно, погоду не сделают, но хотя бы пару бригад, это около 80 самолетов, одна бригада 40, две бригады 80, то, в принципе, можно еще и до лета подождать, по крайней мере, с широкомасштабным наступлением. Ну, а наступательные действия мы будем проводить независимости от каких-либо сливов уже после того, как распустится листва и станет более-менее сухо, чтобы по почве можно идти хотя бы тяжелой техникой. Ну, то есть начать какое-то движение. Поэтому я не думаю, что как-то сдвинет. Нас это не коснется. Ну, самолеты очень просто делается. Дело в том, что аэродром уничтожить дальними средствами поражения невозможно. Сама по себе полоса железобетонная, любая бетонная полоса, она быстро восстанавливается после дальних стрельб, а разбомбить, то есть аэродром можно только вскрыть прямым бомбометанием. Это когда бомбардировщик с 5-7 тонн авиабомб заходит на полосу и высыпает квадратно-гнездовым способом, выбивая всю полосу, проходя над полосой. Выполнить такое действие у россиян нет никакой возможности. Потому полоса в любом случае будет целая. То есть они теми средствами поражения, которые у них сейчас есть, они просто не смогут саму полосу уничтожить. Самолеты рассредотачиваются по аэродрому, по полю аэродрома. Выбить, допустим, эскадрилья самолетов, если это 12 самолетов сидит на одном аэродроме, а вот на одном аэродроме, на одной полосе базируются 12 самолетов.
они рассредотачиваются по полоса больше 2 километров. Рассредотачиваются вдоль всей полосы и, в принципе, даже, во-первых, попасть невозможно, если правильно рассредоточены самолеты. А если они еще и в капонирах или там в обвалованиях, то это уж слишком точно нужно попасть в самолет для того, чтобы его уничтожить. А это практически нереально с теми круговыми вероятными отклонениями, которые у средств поражения, которые есть у россиян. А кажут же, что у россиян есть вот эти керованные ракеты. Управляемые ракеты, они до 300 километров, это Х-59, ну, в смысле управляемые, которые на телеуправлении идут. Да, у них есть эти ракеты, но еще раз, до 300 километров, по максимум 280 километров. Аэродромы расположены все от линии фронта или от границы за 300 километров, как раз за радиусом поражения этих ракет. Потому мы же это все прекрасно учитываем. У самолета боевой радиус около 500 километров. Это без топливных баков. С топливными баками, если, допустим, это F-16, за 1000 километров. Он может взлетать в Староконстантинове, до которого вообще ни одна ракета не дойдет, управляемая, и выполнять боевую задачу на линии фронта. Боевой радиус самолета за 1000 с подвесными баками, плюс радиус ракеты поражения 150-180 километров, если это АМ-120. Д-Амра. То есть здесь вообще без проблем. То, что касается авиации. Тем более авиация, если будет располагаться, она будет располагаться уже под крышей, под зонтиком тех систем, которые нам передаются. Патриот и СМТ. То есть они как минимум большую часть ракет собьют, даже если будет задача стоять у россиян как-то достать до авиации. Но если нам передают, допустим, одну бригаду, 3 эскадрильи. Каждая эскадрилья — это 3 аэродрома. Рассредоточение. У каждого аэродрома есть подскок. Это целый процесс. По технике еще проще. Техника у нас может располагаться в любой точке линии фронта. У нас линия фронта расположена вдоль ракадных дорог. Ракадные дороги — это дороги, идущие как раз вот именно вдоль линии фронта. У нас их, вот, допустим, с Запорожья на Донецк с десяток. Десяток дорог. Запорожский регион, Донецкий регион, 2 промышленных региона, между ними за несколько десятков лет там накатаны железные, шоссейные, то есть перебросить войска, где бы они ни находились, где бы они ни были в рассредоточенном состоянии, можно за часы, ну за сутки это точно. Ну, 2 положительных момента. Первый – туман войны. Чем больше таких публикаций, чем больше такой информации сливается в информационный сейчас в инфрапространство, это хорошо. Туман войны приходит на начало нашего наступления. Аналитики у россиян уже, у них, наверное, закончилась бумага А4, сейчас начинают китайскую покупать, потому что это после каждого такого вброса им приходится анализировать, писать докладные записки, и там просто с ума сходят. Это большой плюс, раз. Второй большой плюс – то, что тем, кому нужно, и которые могут, люди, которые используют такого рода информацию, могут запрашивать увеличение поставок нам вооружений. Причем это начинает нашего военно-политического руководства, кончая нашими лоббистами в тех структурах западных, которые работают на нас. Это здесь большой плюс. Ну и третий тоже, я бы не сказал, может быть, плюс, пусть нулевая информация, но, по крайней мере, она для понимания. Никто не собирается садиться за стол переговоров с Российской Федерацией, пока они не будут уничтожены на территории Украины и украинские войска не выйдут на госграницу. Специально не говорю ни границу 91-го года. У нас есть конкретное понятие госграница. Вот пока мы не выйдем на госграницу, никто ни с кем переговариваться не будет. Нет предмета переговоров. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.